Сними меня, фотограф, чтобы я была неотразима. А я теперь сейчас тоже сниму. Русским интересно, остальные ходят непонятно кто вообще, с разным разрезом глаз, цветом кожи, а русские только мы. Так и нас, русских, еще и не пускают туда. Антирасист. Говорят, что придешь в 7 и бесплатно, может быть, на пороге постоишь. Понятно? Бесплатно же. Вот он, расизм. Вот он где, расизм-то. Это идолопоклонничество иностранным гражданам. Сократимся.